Всем привет! С вами канал Art Mania, и сегодня мы с вами будем пробовать вот такое вот мацони, формула здоровья Г-баланса. Здесь вот что-то уже написано, так, а натурально, полезно, вкусно, такое что-то. Такая вот баночка здесь у нас, 500 грамм. Она, кстати, стеклянная, что меня очень удивило. А стоила она по скидке в районе 90 рублей где-то, в пятерочке. И давайте посмотрим, что же там написано. Сверху она. Состав у нее самый обыкновенный, как у натурального молочка. Ой, господи, продукта. Вот здесь вот через нее видно, что, знаете, мне кажется, что она такое желейного какого-то состояния, что-то вот такое. Вот купила ее на самом деле для того, чтобы из нее сделать еще свое домашнее мацони. Как я его буду делать, это будет отдельный ролик, и я оставлю потом его в конечной заставке, что же у меня там получится. Вот я нашла там домашнего мацони очень уйма просто рецептов, и скорее всего мы с вами будем все рецепты эти пробовать. Давайте его откроем. Конечно же, я открыть не смогу, как всегда. Опа. Ну, ножик нам поможет. Так. Пахнет кефиром, кстати. Так, поможет наша тарелочка нам. И мы берем ложечку. Хотя нет. Довольно, кстати. А, нет, кусками даже. На ложке он какие-то, как у кефира остается, после кефира такие козявки. Тут даже что-то кусками. Такой, знаете, как творог с кефиром. Ну, мне, честно говоря, в YouTube пересмотрела уйму роликов, и мацони оно было разное. Где-то очень прям густое. А где-то жиденько, как сметана, но оно не было примерно таким. Так, давайте я вам сейчас покажу поближе. Ну вот, наверное, вам там видно, в принципе, что оно какое-то такое. Если я поглубже залезу. Ну, в принципе, мне так и казалось, что она какое-то такого желейного состояния. Выглядит не совсем аппетитно. Но раз уж я провожу обзор, значит, мы с вами будем его пробовать. Давайте попробуем. Кстати, оно выглядит там, знаете, как какая-то жидкость прозрачная, и сбоку там какие-то точечки, как какие-то точки в воде, что ли, или вот как кефир, когда выпьете из прозрачного стакана, вот там остается прозрачность и козявки. Вот типа такой же вот здесь вот на уголке ложки видны. Вот, ну, в принципе, как сейчас я показывала до этого ложку без мацони, то же самое примерно. Знаете, на вкус как кефир, такой с какими-то комочками, как будто кефир простоял долгое время в тепле, и так вот немножко как кефир такой, из которого превращается в творог. Вот что-то вот такое вот на вкус. Он кисленький немножечко такой вот. Ну, ощущаются там разные такие козявки. Нежненькие такие, как
как желейные, что ли, вот, ну, нет, не желейные, но мягкое такое, да, желейное, такое, мягкие кусочки какие-то, вот, как-то так. То есть, в принципе, я пробовала магазинное, Мацони в Сочи продают его, там совершенно другой вкус, он жидкий, и он бесподобно просто вкусный, он просто нереально вкусный. Вот, то, конечно, то Мацони магазинное, в принципе, это тоже магазинное, конечно же, оно отличается. Но в любом случае мы с вами будем пробовать готовить. Я думаю, что у нас с вами что-то получится приготовить. Этой грязной ложкой, конечно, я туда уже не буду лазить. Но отсюда мы с вами, может быть, попробуем. Давайте, может быть, ложки. Сейчас она сползет. А, ну вот, в принципе, вот вам видно. Чуть-чуть. Фокусируется плохо. Хочется, знаете, взять и каким-нибудь миксером ее прямо сболтать, как слышишь, чтобы вот этих вот комочков не было, и можно было его пить. Что-то вот такое хочется сделать. Ну, в принципе, так вкусненько, ложечкой можно поесть, купить. Не знаю, может быть, конечно, это натуральный мацони. Хотя тот тоже был магазинный. В принципе, я думаю, они бывают разные. Вот, вкусно. В принципе, вкусно, как кефир с комочками на вкус. А, ну, в любом случае, мы с вами будем пробовать делать мацони сами дома. И там, я думаю, мы с вами тоже их будем пробовать. Какие вообще получаются вкусы там? Получится ли у меня сделать подобие вкуса того мацони из Сочи или нет? Будем с вами пытаться пробовать. Поэтому оставайтесь вместе со мной на моем канале. Мой канал называется Артмания. Вот. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки, пишите комментарии свои, если вы пробовали эту мацони, как она на вкус. И если вы сделали свое дома настоящее, то какое оно на вкус получается? Вкусно или нет? Какие-то там есть козявки, комочки, или должны быть они там или нет? У самого-самого такого натурального мацони, который делали, может быть, наши прапрапрапрабабушки, прадедушки, ведь у них же не было вот этого вот всего, они же делали как-то по-настоящему. По-другому, наверное, как-то. Также пишите свои рецепты. Мне будет очень приятно, и обязательно я их попробую вместе с вами. Я очень люблю экспериментировать, особенно с продуктами. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, развиваемся, путешествуем, занимаемся. Живопись, обзоры на другие продукты из магазинов Фикспрайс, из обычных магазинов, из магазинов Победа, Светофор, также обзоры техники и там много-много всего интересного у меня на канале. Также вы можете написать, чего не хватает на моем канале. Я обязательно рассмотрю ваш комментарий и подумаю. Вот. На сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. Обязательно лайки ставьте. Лайки, лайки, лайки. Пока-пока.